Дань уважения героизму и самоотверженности. В преддверии празднования 70-летия Великой Победы ветеранов войны и тружеников тыла принимал аким области Ерик Султанов. 30 североказахстанцам глава региона вручил памятные юбилейные медали. Как прошла торжественная церемония, расскажет Александра Соломина. Нарядные, в приподнятом настроении ветераны и труженики тыла вновь собрались вместе. Повод особенный. В преддверии 70-летия Победы их грудь украсит еще одна медаль – юбилейная. А пока их приветствует таким области Ерик Султанов. Юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем о великом и ратном подвиге нашего народа. Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто ковал победу в тылу и на передовой фронта. До этого момента в стране шла активная подготовка к торжественному вручению наград. Списки начали формировать еще летом 2014-го, а в январе текущего года президент уже подписал указ. Юбилейные медали вручает глава региона. Их подвиг не забыт, и это главное, говорят участники войны. Жизнью, за которую сражались, довольны. У них есть то, о чем мечтали – спокойствие и мир. Пусть наши внуки и правнуки в руках держат только игрушечные автоматы, игрушечные пулеметы. И в этом отношении работа нашего президента о создании мира, благополучия между всеми народами, между всеми государствами. Получает юбилейную медаль Александр Селищев. Война для него началась, когда многие уже встретили Великую Победу. До 49-го не забирали, некому было работать, говорит ветеран. Потому трудился в тылу трактористом. А когда исполнился 21 год, попал в секретные войска Министерства государственной безопасности. Служил в Западной Украине, воевал с бандеровцами. Демобилизовался только в 51-м. Признается, рисковал жизнью не зря. Благодарит за заботу и внимание. Благодарю, значит, руководство. Действительно, сегодня собрались в хорошем настроении в связи с 70-летием. Значит, как-то дух поднимать настроение тех, которые участниками были нашей войны. И в тылу общими силами, как это все сделали, общими силами, значит, и это было просто прелесть. И наш, как говорится, труд не забыли. Медали 70 лет победы в Великой Отечественной войне получили сегодня 30 североказахстанцев. Радость события запечатлели на фото. Александра Салмина, Михаил Казначеев, новости МТРК.